Кого-то сейчас будем постригать. Никита. Кого будем постригать? Никиту. А почему? У него тут отрезал бритвой. Папа. Вот этой бритвой Никита себе выбрил кусок на голове. Привет, друзья, забыли Привет. Сказать. У нас сегодня выходной день, праздник, ветеранский день. И у нас сегодня куча планов, в том числе выровнять голову Никиты. Пойдем посмотрим, какой он. Будем постригаться. А? Расскажешь зрителям? Папульчик, расскажешь, почему у Никиты лысина на голове? Был снег у нас, первый снег пошел, сильно повалил. Лиза с Никитой обрадовались, пошли на улицу. Ну и в процессе у Никиты сбился волос под шапкой. И он пришел домой, разделся, а волосы торчат назад. И он их приглаживал. У него ничего не получилось. Потом Никита ушел. Возвращается, а у него лысина вот здесь вот. Петушок он себе этот отстриг. И все, пришлось ему подстригать покороче. Выстриг себе пятно. Я, короче, ему постригла, побрила его, но все равно там пятно у него торчит. Мам. Покажешь, Никит? Нет! Ну, все, красивый. Чуть-чуть осталось. Уйди! Уйти, да? Да. Так, зрители просили кису снять. Ну что, кис, мы тебя снимаем. Так, ей так, месяцев 5, да? 6 месяцев, чуть-чуть 6? Больше. А, уже 6 месяцев, полгода. А мне сколько месяцев? Тебе сколько месяцев, не знаю. Лежанка Никитина. Я в жарке, мне месяцев 8. Тебе 8 месяцев, да? Да, а кисе сколько лет? 7. А кисе 5 лет. А мне 8 месяцев. Это 5 месяцев. Такая большая уже. Она большая, но она продолжает сосать ковер у нас. Я хотела сейчас снять, но опоздала. Ну вот так. Зубка, зубка, кис, ковер сосет. Вот так делает, когда сосет. Она так любит, когда носит. Она такая милая. Милая, такая злюка. Она иногда злая. Когда добрая, милая. Нате! Ну это редко бывает. Пейте хаёсенькую. Ням-ням-ням. Когда киска добрая, этого редко бывает. Редкая ты, Нася. Вот это кресло у нас для кисы стоит. Она отказалась от всяких домиков, от всего. Спит у нас на кровати, в ногах. А днем она отдыхает вот в этом кресле. Ага. Папина любимая кошечка. Она только успокоилась. До этого была неспокойна. Пап, твоя любимая кошечка. Помнишь, она тебе за нос кусала? Ты ей злопала? А, ну так. Ам-нам-нам-нам. Ты, ам-нам. Это Нима. Шарупается. А, компьютер. Компьютер. Не надо. Не трогай, маленький компьютер. Мы только что пообедали. Сейчас поедем в магазин. Я еще не. По магазинам. Привет всем, кто кого не видели. Соня. Привет. Короче, мы едем сейчас по магазинам. Mm-hmm. Во-первых, нам нужно купить подарочки одной очень хорошей тете в Россию. Mm-hmm. Ей и ее дочери. Mm-hmm. А во-вторых, мы будем покупать елку. Mm-hmm. Сейчас, хоть и рано, но мы решили купить, потому что она сейчас на сейле в Костко, mm-hmm. на распродаже. И мы решили купить искусственную и положим ее, пока не будем ставить. Да, просто сейчас даже не зима. Стол нам не пришел, папульчик. Ни звонков, ни сообщений, ничего не было. Но сегодня не будет, там сегодня праздник. Надеюсь, что до конца недели этот вопрос решится. Мы, короче, даже дом не наряжали еще ко дню благодарения, поэтому... Это не какой? Мемориал дэй, да? Ветеранский день, день ветеранов. Ветеранов. Да. Ну, это, наверное, есть мемориал. Нет, мемориал это в мае, в честь погибших. А ветеранский в честь живых ветеранов. А, в честь живых. Так, мы приехали, короче, в магазин Фред Майер. Здесь мы будем покупать вкусняшки и что-нибудь из канцелярии для подарка. Это
Ключи, это автомат делает ключи. Мам, я знаю, там можно всякие прыжки сделать. Вот Дима, я свой ключ вон тут ее сделал. Так, смотри, здесь уже все к Новому году, да? Рождество продают. Ой, какая прелесть. Смотрите, здесь всякие вкусняшки, да, к Рождеству, к Новому году. Мы сейчас что-нибудь здесь и возьмем, да? Так, а он, думаешь, доедет живой к нему этот зефир маршмеллоу? Я предлагаю вот такие вот взять конфетки. Потому что в России точно такие не продают. Они мятные, точно? Или нет? Да, скорее всего. Это Jolly Rancher. Нет, Original Flavor. Jolly Rancher вот это здесь сказано. Это значит, да, разные это фруктовые. Вкусы. Нет, вот Green Apple, Blue Raspberry, Cherry. Cherry, а нам нужно мятные найти. Мятные, да? Да, мятные. Это вот уже самые настоящие. Да, настоящие. Это вот такие рождественские. Давайте возьмем, возьмите парочку. Одну нам, другую в посылку. Мы уже 100 лет не ели эти Candy Cane с прошлого Рождества. Давайте еще что-нибудь здесь посмотрим. Так. Ну вот эти вот известные конфеты, мармелад. Да, мы... Очень популярны в Америке. Давай, наверное, возьмем коробочку одну. Сейчас посмотрим, есть яблоко и абрикосы, вот это ягоды. Давай, наверное, возьмем... Ягоды. Ягоды, думаешь? Давай. Давай ягоды возьмем. Там были вкусы. Лидор, упаковка. За доллар упаковочка. Да, за две конфеты доллар. Шампусик, мам. Со сникерсами. Со сникерсами, с твиксами. Давай возьмем, давай возьмем посылку. Кенди... Маленькие, только да? Малюсенькие совсем. Они подойдут разломанные все в посылке. Да, они и те будут поломаны. У нас таких дома поломаны. Мама, я помню, скорее всего. Нужно что-нибудь такого типичного американского найти. Это что? Дубристек. И... Мы такие раньше ели. А? Слушай. Правда? Да, они вкусные. Я не помню этого, но... Хорошо. Давайте возьмем. Сколько? Какие? А я не знаю. Вов, какие взять в Россию? Малину, апельсин или блуберис? Возьмите, такие возьмите. Возьмите. Давай, просто... Апельсиновые, мне кажется, самые вкусные. Вот я ела их, мне кажется, апельсиновые. Бери апельсиновые. Хорошо. В Россию, а нам какие-нибудь любые другие возьмите. Блуберис будете, да? Давай, хотя... Давай. Давай, Сынчик. Снеговички. И сколько... Я вот все-таки думаю, дойдут они живыми или нет, эти маршмеллоу снеговики. Я думаю, они дойдут. Возьмем давай одну. Да. Не дойдут, так не дойдут. Бери. Ну что, давайте отправим в Россию Санта-Клауса шоколадного. Или снеговика. Вот снеговик поломан уже, наверное, Санта-Клаус лучше взять. Какая красота. Уже какое-то настроение рождественское, хотя еще даже Дня Благодарения не было. Поцелуйчики. Это лесной Хёрша. Орех. Вот такой вот. Давай поцелуйчик, еще упаковку возьмем. Парочку возьмем? Да. Так, ладно, пошлите дальше в канцелярию, а там по пути, может, еще очень сладкого найдем. Еще сладкий отдел есть. Уже подарочки везде, пакетики классные. Нашли канцелярию? Вот канцелярия. Что мы ищем? Пошли. Канцелярию? Тетрадки. Так, вот они, тетрадочки, да? Ой, I'm sorry. Надо тетрадки искать, какие-нибудь необычные красивые тетрадочки. Смотрите, покажите вот эти, что там есть из этих тетрадок. Собачки какие-то разные, да? И эта собачка. Может, мы не в тот магазин приехали, может, надо было другой какой-нибудь. Вообще выбора нет. Сонечка, вот смотрите, здесь красивые тетрадки. Смотрите, вот. Давайте здесь выбирать что-нибудь. Смотри, красивая, как ты считаешь? Красиво. Или вот из этих что-нибудь выберем. Давай вот эту. Давай мы наберем кучу, а потом отберем из них, какие самые интересные. Смотри, какие советы классные. Лисята. А вот это такие же, которые у меня было. Ну что, совенок один какой-то. Она грязная, правда, какая-то. Что, они какие-то грязные, да? Остатки какие-то. Вот они красивые всякие. Тетрадки. Соня, это который ты себе выбирала, да? Mm-hmm. Смотри, классно? Круто. Давай, клади в кучку в нашу, а потом мы там выберем все, что нужно. Короче, после долгих поисков мы выбрали тетрадки. Это как бы они практически комплект. Одинаковых цветов не было. Вот розовая на спиральке, обычно в полосочку.
Вот такая, которая без спирали, общая тетрадка. И так, что надо поцарапано? Нет, нормально. Она одна была. Нет, только нормально. Вот такого цвета. Нормально. Нормально, да? Три тетрадки. И давай обычные мраморные, вот эти американские возьмем. Давай. Это 100% таких в России нету. Что-нибудь вот такую тетрадку. Давай. Что вы нашли? Ты думаешь? Я знаю. Да? Да. Это ты в Россию? Да. Пленеры, блокноты, но они какие-то все скучные. Очень сложно выбирать. Там пленеры. Так. Слушай, а вот неплохой. Или как тебе? Здесь магнитику такой нужно вот так открыть и... Угу. Просто линию. Это журнал. А вон розовый есть красивый. Тут это... Это тоже не бывает. Открой, покажи мне. Просто тетрадь, да? Да, тетрадь. Выбирайте, какой пленер. Вот этот, вот этот, красный, вот этот или вот этот? И здесь пленер такой есть. Вот этот розовый хочешь взять, не красный? Да, это красивее. Так, ну пошли. Там стоят вам щелкунчики. Смотри, вот. Целый ряд щелкунчиков. Лиза увидела и говорит: о, грызуны! Грызуны! А вот смотрите, блокнотики вешаешь на холодильник, так я понимаю, да? Магнитик? Да, с магнитом. И записываешь, там отрываешь листочки. Классная штука. Тут возьму. Магнитный такой блокнот. Давай поищем какие-нибудь пеналы, только без дырочек, потому что там в России же дырочек, дырочки не вставляют пеналы. Вот чтобы вот этого не было. Какие-то здесь пеналы не очень. Посмотрим. Вот такой можно, но он без кармашков, без всего. Я думала, в этом магазине нету хороших. Да? И внизу тоже нет. Внизу он какие-нибудь со смайликами. Посмотришь, какие они. Просто коробочки или пеналы? Коробочки. Так, сейчас мы пойдем еще кое-какие сладости здесь возьмем и поедем в другие магазины. Нужно в конфеты, кендис. Вон, кукис. Так, вот мы пришли в отдел с конфетами, с обычными американскими, да? Давайте нёрдс поищем. Какие-нибудь можно вот эти трубочки, потому что такие только в Америке продаются. Так, вот, смотрите, вот эти. Давай вот такие возьмем. Здесь получается, что они даже на сейл. Две покупаешь, одну бесплатную. Ага. А может быть, кисленьких взять? Так, здесь берри есть, а вот эти разные, да, вкус? Выбирай, Соня, какие кислые будем? Вот эти покупать. Ягодные? Да. Один пакет. Они больше не смогут съесть, эта кислятина такая. Слушайте, а вот давайте вот этих возьмем. Как они называются, дети? Американские известные. Смартис. Давай Смартис возьмем. Это небольшие. Хотите ведь вам тоже взять? Да. Возьмите домой еще три. Давайте. Американские. Хотите вот такие возьмите? Бусы. Так, короче, вот эти берете и все, и поехали. Давай. Отсюда. Это так круто. Мы типично американских набрали конфет вот эти. Хотели взять какой-нибудь американский, чисто вот американский шоколад. И весь горький. Я не знаю, какие любят горькие или нет. Давай вот этот, наверное, единственный молочный возьмем. Попробует. Все, пойдемте платить. Это не американский. А теперь мы приехали в Костко купить елочку. Ура! Вон там елочки. Так, не маленькая, вот она на сейле, нормальная она. 7,5 фит она. Вот эта крайняя. Нормальная? Или маленькая? Ну, сейчас в этом помещении она смотрится, да, маленькой. Да, я тоже так думаю. Если еще наверху ангел поставить. В нашем помещении
Она будет большая, да? Да. Я не уверен, что мы ее на прежнем месте сможем поставить. Так, эту берем, да? Да. Вот она. И она уже с огоньками. Она сейчас на сейле за 240. Сласти, сласти. Сласти. Толкай. Let him know at the door. Соня, джинсы еще одни надо купить. Я люблю джинсы. Посмотрим здесь. Может, есть что-нибудь. Что-то, Соня, людей так много. Вчера отдыхали, сегодня за покупку не пойду. Куртки. По 35 детские. Так, и тут где-то джинсы должны быть. Кельвин Клайн джинс, женские. Сонечка, давай второй прикладывай. Нормальные? Да, отлично. Возьму. Такие? Второй? Не малый, может, четвертый? Мы еще проверим четвертый. Эти четвертые? Не, они тебе в бедрах велики. Да. Бери вторые. Это мое? Все, пойдем. Лилиска лежит, как на пляже. Все, идем платить. Все, потом в Walmart заедем и все. Сейчас на выходе детей будут проверять. Ресит. Чек. Маленький. Она даже тележку не смотрит. Она только исключительно на ресит смотрит. Никит, давай, тетя. What's this? Thank you. Что-то советского командира сняла. Да что-то с краем там, чуть-чуть краем глаза. Не знаю, видно было там в шапке. Там мужчина стоял в очереди. В шапке, в ушанке, да, и советский значок был. И такое пальто в зеленом. Военный в каком-то, в советском. Как вам это? Фанифо? Сонь, ты не с ними? Мы, короче, еще заехали в Walmart. Смотреть что-нибудь еще из канцелярии. Ну, так вот, судя по всему, сейчас не сезон. И ассортимент очень маленький везде. Короче, там, да? Мы с Соней ищем, и никаких пеналов здесь ничего нет. Такое чувство, что 1 сентября прошло, и перестали что-либо продавать. Ну, здесь коробочки есть. Ну, коробочка-то не то. Вот какие-то пеналы. Скромные остатки. Просто сумка. Сумки обычные. Я даже уже не знаю, в каком магазине. Поехали домой. Потом в другой день съездим еще куда-нибудь. Так, а вот какой-то. Не пенал? А, я думаю, это пенал. Слушай, эти дырочки для чего? А, да, смотрю, это для чего. Я думаю, это для, для чего-то для телефона так, здесь ставить. Посмотрим на этом. А это для наушников, для зарядки, для, для всего да. Пенал. Ну, это не для канцелярии. Так, ну что, на сегодня хватит поездок по магазинам, наверное, да? Да. Едем домой, устали уже все. Сейчас дома. Немножечко. Будем балдеть, отдыхать. Дорогие зрители, на этом все. Спасибо, что вы все это время были с нами. До свидания! А, и про лайки еще забыли. Попросить лайков. Лайки, лайки. Лайки, лайки, лайки. Ставьте лайки.